Привет, а ты кто? Я твоя новая кукла, можешь поиграть со мной? Я не буду с тобой играть, сейчас я делаю домашнее задание. Ну поиграй со мной. Если ты не будешь играть со мной, то я превращу тебя в куклу. Что? Ребята, подождите, и где я это сейчас? Посмотрите, я только что лежала где-то. А это что за дом? Неужели это кукольный дом? Ребята, мне очень интересно, что там находится. Мне кажется, что это кукольный дом. Так давайте спустимся и посмотрим. Так, о, куда мы попали? О, смотрите, я сейчас стою на клавиатуре. Видите, и тут стоит компьютер. Знаете, если бы он был бы включен, я бы тут вот так бы прыгал по клавишам, нажимала. Здесь, кстати, он очень красиво сделан, видите, а вот такая вот тут есть розовая мышка, глобус там вообще, ну, ребят, подождите, неужели я стала куклой, видите, все такое огромное, а я такая маленькая. Ребята, видимо, то, что я не поиграла с куклой, то она меня сама превратила в куклу, видите, вот здесь мы уже с вами видим кукольный домик, и, подождите, там написано, что там вход. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Да ну, ребята, неужели я, походу, реально стала куклой? Так, видите, здесь такой дом. Ого, ребят, посмотрите, это же мечта каждой девочки. Наверное, стать куклой. Нет, разве? Ну вот, видите, тут туалетный столик. Вот такой вот. Видите, такая кроватка, потом вот еще такой комод, вот ванна. Ну, ванна, конечно, ребят, шикарная, я с вами не поспорю. Потом раковина такая. Ну, в принципе, и все. Так, давайте посмотрим, что у нас на нижнем этаже. Вот тут у нас столик, ну, в общем, у нас тут кухня и так далее. А это что такое? Что это за труба? Давайте спустимся и посмотрим. О, ребят, посмотрите, где это мы? Это что, моя кукла, которая со мной хотела поиграть? В общем, меня приглашают внутрь. Ну, конечно же, ребят, я пойду внутрь. Тут без вопросов. Вот, смотрите, кукла наша тут сидит. И тут портрет нашей куклы, видите? По бокам только что были. Так, посмотрите, какие люстры. И там нам говорят: иди по этой дороге в кукольный домик. Ну, конечно же, я пойду по этой дороге. Конечно, она, может быть, выглядит немножко странно. Но, ребят, все ради этого. Давайте спускаемся вот сюда. Ого! Вы видели только что, через какую мы с вами трубу только что проходили? Я в таком, ребят, шоке. Так, давайте мы с вами возьмем этот чекпоинт. Вот, видите, здесь вот такие чашечки, вот там портрет как раз-таки этой куклы. Но почему-то огромные, видите? И тут сладости, ложка настолько маленькая. Так, вот тут вилка. А что это за звук? Какой-то странный звук. Интересно, что это? Ну ладно. А, так, я даже не знаю, куда мне идти. Так, этот звук все приближается. Мне просто интересно даже, что это может быть. Так, ладно, идемте сюда. Нет, ребята, это, конечно, да, все настолько красиво. О, плюшевые игрушки, видели? Я только что упала на плюшевую игрушку. А вот что это звучало, это была лава то, что. Ну вот, видите, тут мишка, зайчик, столько много игрушек, ребята. Так, а вот тут и Лего, да, ребят, я просто не могу поверить, что я стала куклой, я стала настолько маленькой. Видите? Ну, вы бы хотели бы стать куклой? Я, допустим, очень хотела до этого момента, вот сейчас я серьезно, ребят, не хочу, потому что, ну, не знаю, просто не хочу. Так, давайте идем сюда. О, это шкатулка, знаете, которую типа поворачиваешь и играет музыка. Да, конечно, как же... Это, знаете, смотришь на эти вещи и сразу все так вспоминаешь. А вот тут, знаете, можно крутить, и тут вот такой клоун вылезает. Да, красивые, конечно, тут игрушки, но я одна из них, вы понимаете? Я сейчас кукла, которая живая и которая бегает. Так, смотрите, а это что такое? Посмотрите туда! Это что, сладкий мир? Видите? Здесь столько много сладостей. Ну, давайте я упаду. И я упала прямо на пончик. Ребят, я думаю, все мечтали, когда, ну, вы были маленькие, то есть все мечтали, знаете, побывать в таком сладком мире. Ну, знаете, настолько, ну, то есть не сладком, а где
Все сделано из сладостей. Видите, тут куча леденцов. И вот, допустим, сейчас вот тут колесо вообще из леденцов. А если ты затронешь леденец, то все, ребята. Так, все, проходим просто со спокойствием. Вот тут такие печеньки. Очень аппетитно выглядит. Так, идем. Сейчас, я знаю как. Вот, все. Потому что, когда понимаешь, ты не можешь рассчитать время, когда именно вылезет. Ну, конечно, можешь, но это сложнее, по крайней мере, чем просто пройти вот так. Так, лучше на следующий. Вот, все. Отлично, ребят! Смотрите, как у нас реально легко получается просто, ну, не с лазерами этих, это, с леденцами приходить. Вот, видите? Вообще, ребят, очень-очень легко. Так, хорошо, давайте вот через следующее колесо из леденцов. Посмотрите на этот дом! Я даже не пыталась смотреть назад, но, как вы видите, тут, ну, там мы вышли из решетки, и вот тут такой кукольный домик. Почему он настолько огромный, ребят? Я не понимаю. Так, хорошо. Так, осталось всего лишь два вот этих кольца из, ну, этих кружочков из леденцов, чтобы дойти... Ну, нам осталось два кружочка из леденцов, чтобы дойти до вот этого кукольного домика, видите? Хотя это, наверное, уже второй кукольный домик, который мы сегодня видим. Но и тут как раз-таки печеньки нам помогают дойти до кукольного домика. Мне интересно, что тут будет. О, ребята, неужели это та кукла с портретом? Я не могу поверить. Вы смотрите, какая она классная. Она вся из, видите, конфеток вот таких. То есть, ну, видите, она тут сидит. А если мы к ней подойдем? А, ничего не будет. А, ну наш кукла, конечно. Как она может оживиться? Ну, то есть, как она может стать живой? Да, конечно, у нее платье такое красивое. Потом, видите, леденцы у нее на хвостах. Ну, в принципе, все понятно. Так, давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. На втором этаже. А, на втором этаже все то же самое. Только единственная ванна больше. Ну, и диван больше стал. И все. Так, давайте возьмем чекпоинт. А мы его уже взяли. И, ребят, по трубе, как обычно, мы с вами вот так. Итак, нам тут кукла говорит, что мы сейчас будем играть в прятки. Когда она нас будет искать, нам нужно найти с вами три кнопки. И главное, чтобы она нас не поймала. Ну и три этих кнопки нам нужны, чтобы нам открыть двери. Ну и отлично. Тогда пошлите искать первую кнопку. Так, о, смотрите, хайд-хайд. Может быть, это... там как раз-таки есть и первая кнопка. О, а вот и первая кнопка. Что, ребят, это такое? Ребята, посмотрите. Это что? Та самая кукла? О, нет. А что мне делать? А ну-ка иди сюда, я тебя заметила, мы же договаривались по правилам играть, чтобы я тебя не нашла. Ого, кукла, я тебя такого не ожидала, то есть она живая. Ну как я не додумалась? Ну все. Теперь я знаю, где первая кнопка. Но первую кнопку мы с вами уже нажали, нам осталось всего лишь две кнопки. Это, в принципе, не настолько уж и сложно. О, а вот эта кукла уже! А я не думала, что она уже вышла! Блин, ребят, ну так нечестно! Я реально не думала, что она уже вышла. Так, можем здесь спрятаться? Нас, думаю, не заметит тут. Так, пошлите сюда. Быстренько. Вот так. Блин! А, она нас в этой комнате не может. Так, все, идем сюда. И прячемся сюда. Видели? Нас кукла не заметила. Интересно, куда она ушла? Так, она вроде бы там за поворотом стоит. Хорошо. А, вот она, вот она, вот она. Так, она же меня тут не поймает в этой комнате. Она меня тут охраняет. Ладно, пойдемте сюда. Так, а в той комнате, мне кажется, последняя кнопка. Ого, она за мной идет! Я тебя слышу! Так. Все, тут этой куклы нету. А, блин, не тут. А, вот там последняя кнопка. А, все, она меня увидела. Ой-ой-ой-ой-ой! Видели? Только что хвосты прям ее были видны. Я в шоке. Так, все, нажимаем. Сюда. И все, ребят, по факту у нас должна уже быть открыта дверь. Теперь мы можем просто... Нам главное дойти до конца. Прости, знаю, где сам выход. О, вот и она. А, был выход там, оказывается. Ладно. Так, вот она идет сюда. Давайте спрячемся тут.
Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ребят, посмотрите на эту куклу, как она только что быстро за мной гналась! Видели просто? Я... Вот она! Ну-ка, иди сюда, ты что, на выход пошла? Да! Я пошла на выход! Ты от меня никуда не уйдешь, я же тебя уже поймала! И это было понятно! Нет, ты меня не поймаешь! Ого, ребят, посмотрите! Я хотела просто уйти от этой куклы, я оказалась в каком-то другом мире! Ребят, я просто в это не могу поверить, я не понимаю, почему я оказалась опять в другом мире. То есть сначала я была в одном кукольном домике, а сейчас я вообще непонятно где. И тут какие-то колесо обозрения, я даже не знаю, как мне тут пройти. Но здесь, ребят, тоже очень красиво, здесь вот такие цветочки и так далее. Но, ребят, это все настолько выглядит странно, вам не кажется? Ну, ладно, ребят. Так, просто спускаемся. Нам просто нужно так пропрыгивать, и так мы дойдем с вами до конца. Хотя, если бы оно крутилось бы в другую сторону, мы бы намного бы быстрее дошли бы до конца, но... Ого! Посмотрите, что сейчас будет! Вот эти штуки. Ну, хотя это, в принципе, легко. Если так подумать... это не движется, в принципе. Это было близко, ребята! Вы видели? Так, хорошо. Так, все, и проходим. Нет, меня прям, знаете, на последний. Я именно попала в тот момент, когда оно прям посередине меня. И, то есть, получается, ну, естественно, ребят, я не успела. Что, на самом деле, мне очень жалко, потому что, ну, этот уровень достаточно... Ой, я уже как-то прошла так это... Ой. Чего такая невнимательная, ребята? Так, ждем. Нет, следующий. Так, идем и... Ой-ой-ой. Откуда они все появляются? Я не понимаю, ребят. Или оно движется, может быть? И. О, ребята! Все! Я прошла! Ну, слава богу, ребят. Я-то думала, что я этот уровень уже никогда не пройду. На самом деле, он реально сложный, потому что эти штуки, они, оказывается, двигаются. И это как раз-таки и делает сложным этот уровень. Но у нас, в принципе, осталось вот эти две штуки, и все, ребят, и мы с вами пройдем вот эти все уровни с этой штукой. В общем, так, не понимаю, где она. Ну там, на том уровне. Так, все. Так, вот вторая эта штука, так, давайте осторожно, просто проходим и... Так, и третья должна быть где-то тут, да. Она прям подо мной была, ребят, вы видели? Ну, ребят, миллиметр, я думаю, и все. И мне нужно было бы уровень сначала, но тут я с первого раза. Ох уж эти трубы, ребят, постоянные какие-то телепорты. И каждый раз, когда мы куда-то телепортируемся, нас кто-то встречает. Ну хорошо, давайте мы с вами спустимся. Вы видели, как это было красиво? Да, ну, в принципе, вот это я не думаю, что это будет супер сложно, потому что оно с одной стороны на другую, то есть, ну, вообще... Это реально было несложно. Вау, ребята, посмотрите, это что? Вот видите, просто тут все сходит просто с ума. Видите, тут все кружится вокруг своей оси. И то есть, ну, видите, допустим, диван вообще вот так вот движется. Так, ну, тут картина никак. Лего вообще, ну, крутится просто в одну сторону. А диван просто, ну, крутится вообще... А, это не диван, это даже кровать. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, я упала! Ну ладно, ребят, пройти, в принципе, еще раз можно. Ой, блин. Вот знаете, на самом деле, это выглядит легко, но если так подумать, то это даже, можно сказать, что сложновато. Не, ну не сложновато, ну то есть не супер легко. Ой, я чуть не упала. Так, вот, кровать. О, ребят, видели? Я чуть не упала. Так, все, мы с вами берем этот чекпоинт и проходимся по нотам пианино. Пианино. Ну, ладно, ребят, в общем, забьем. Вот видите, какой даже тут мишка крутится. Это, ребята, очень прикольно, видите? Да. Мы бы смогли бы его рассмотреть, но так как он крутится, мы даже не сможем его рассмотреть, ничего такого. Даже чашка крутится. А можем внутрь чашки? Это была не очень хорошая идея по чашке, в общем, пройтись, но все же. Так, залезаем на картину этой куклы. Да, конечно, ребят, это очень странно, что у этой куклы на хвостах у нее просто куча леденцов. Вам так не кажется?
Так, смотрите, тут какая-то решетка. Итак, кукла, ты готова со мной сразиться? Я всегда готова, только ожидай, что я выиграю тебя. Ты меня? Серьезно? Ты это и мне еще можешь говорить? Ну, конечно, куколка, посмотри, что я с тобой делаю просто. Да я тебя сейчас уничтожу. Ты меня никогда не уничтожишь. Да, но посмотри, сколько у тебя уже хп осталось, куколка. Ого, посмотрите, чтобы, знаете, она хвостом просто разбрасывает на меня эти конфеты, видите, она хвостом это делает. Ну все, ты думаешь, что ты выиграешь меня этим хвостом? А ну-ка иди сюда. Нет! Ты думаешь, ты меня выиграла? Ну конечно, ты так думала. Ребята, посмотрите, именно в этот момент, когда она сказала, что... Ну все, ребята, я выиграла эту куклу, по сути, видите? Она меня просто взяла вот так вот хвостом, начала со мной говорить, и тут на нее падает люстра. Мне, конечно, ее с одной стороны жаль, но с другой нет. Вы видели просто, что она со мной делала? Она из хвоста, у нее была такая сила, что она из хвоста могла разбрасываться просто всеми конфетами на свете, можно так сказать. Поэтому мне ее нисколько не жалко, вообще не жалко. А потом, когда она мне сказала, что она со мной захотела поиграть в прятки, это было, ребят, ужас. О, смотрите, я стала нормальным человеком, видите, все стало большим, то есть, вот видите, ну, слава богу, ребят, что все стало на свои места. Ладно, ребят, ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да пока, переходи в следующее мое видео, увидимся там.